Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео через слезы, пот и боль о том, какой ценой досталась победа Анне Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию. Итак, к новости. Прошедшие 3 дня подарили нам имя чемпионки России по фигурному катанию. Ею вновь стала Анна Щербакова, воспитанница Итери Тутберидзе. Все бы ничего, радоваться да наслаждаться. Однако осадочек остался горький. Дело в том, что Анна поехала на чемпионат, мягко говоря, не в форме. У спортсменки остались последствия двусторонней пневмонии, от которой она лечилась этой осенью. Уже после проката короткой программы Анна упала на плечо своего тренера и долго не могла восстановить дыхание. А как вы считаете, стоило ли Анне Щербаковой сняться с соревнований? Пишите в комментариях. Ясно видно, что девушка нездорова и каталась, что называется, на морально-волевых. Но то, что случилось во время произвольной программы, просто повергло в шок. Анна Щербакова вновь вышла на лед. Откатала сложнейшую программу, в которой были аж 2 четверных прыжка. Еще с начала проката хореограф Даниил Глихенгаус не мог сдерживать слез, а непробиваемая Итери Тутберидзе как могла держалась, но в конце тоже расплакалась. Казалось, это от счастья, но нет. Буквально накануне у фигуристки была высокая температура, кружилась голова. Но сама Анна Щербакова, несмотря на многочисленные предложения Тутберидзе сняться с соревнований, приняла жесткое решение продолжать. Отвечая на вопрос о слезах тренеров, Анна Щербакова подчеркнула, что еще ни разу не видела, как плакал Даниил Маркович. Сейчас спортсменка пребывает в эйфорическом состоянии, однако уже признается, что последствия ее героизма будут. Вопрос, как скоро. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.